Всем привет! Вот уже больше года общественность пристально следит за новостями, связанными с состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк. Напомним, что актриса борется с раком мозга. Знакомые звезды рассказали, как она чувствует себя на данный момент. Благодаря усилиям врачей, болезнь некоторое время удавалось сдерживать в стадии ремиссии. Однако недавно знаменитости стало хуже. По словам коллеги знаменитой артистки, специалисты разрешили ей заниматься плаванием. Анастасия с радостью восприняла эту новость, так как давно мечтала избавиться от лишнего веса. Из-за приема гормональных препаратов Анастасия сильно поправилась. Кроме того, у нее выпали все волосы. После походов в бассейн самочувствие Заворотнюк начало улучшаться. Все было хорошо. Бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия, отметил знакомый актрисы. Но однажды Заворотнюк стало плохо во время плавания. Она почувствовала сильное головокружение. Артистку сразу же отправили на обследование. Здесь-то и раскрылась печальная правда, оказалось, что болезнь вернулась. Сейчас медики борются за то, чтобы развитие онкологии вновь замедлилось. Отправлять Заворотнюк иностранным специалистам родные не собираются. Дело в том, что только российские врачи дают надежду на ее выздоровление. Друзья рассказывают, что супруг актрисы, фигурист Петр Чернышов, продолжает делать все возможное, лишь бы супруге стало лучше. Ранее дочь знаменитости Анна ответила обидчикам, пишущим гадости о матери. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!